Дорогие друзья, сегодня в республике большой праздник. Здесь, в Махачкале, состоится открытие школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова! Дорогие друзья, всего за 10 месяцев старый ангар превратился в такой замечательный дворец спорта, где будут заниматься детишки, будут растить новых чемпионов. Сегодня здесь весь цвет, не побоюсь этого слова, российского и мирового спорта, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Слово для торжественного открытия этого праздника представляется главе Республики Дагестан Владимиру Абдулмановичу Васильеву. Такое важное событие, что я позволю себе выступить по готовке текста. То, что Дагестан сегодня учится чемпионов, очевидно, не только в России, но и во всем мире. Сегодня школа дагестанских смешанных единоборств известна далеко за пределами нашей республики. Мы обязаны этим нашим выдающимся тренерам, мы обязаны нашим спортсменам, среди которых Хабиб Нурмагомедов, Забит Нурмагомедов, Шарипов, Ислам Махачев, Рустам Хабилов, Рамзан Имеев, Шамиль Абдурахимов, Муслим Саликов и многие другие. Сегодня мы присутствуем на открытии школы, что очень важно, школы нашего заслуженного тренера Российской Федерации Абдулмана Нурмагомедова, которая построена за счет семьи Нурмагомедова и тех, кто помогает. Абдулманап Магомедович известный спортсмен и висящий тренер. Только боевого самбо он воспитал 18 чемпионов мира. Это рекорд мировой, который занесен в рекорды Гиннесса. Его воспитанный сын Хабиб Нурмагомедов показал себя превосходство российской школы боевого самбо и стал обладателем пояса чемпиона, абсолютной бойцовской чемпиона мира. Дважды. Уверен, что школа единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова станет центром подготовки для спортсменов, центром нравственного воспитания нашей молодежи. Недавно мы с ним вместе были в Ботнике, и там открывали спортзал. И я хочу поблагодарить Абдулманапа Нурмагомедова за то, что он мне оказывает помощь как советник. Мы с ним вместе были в зале, и к нам подошли к мальчику, небольшому мальчику, который тренировался. И нужно что сказать. Почему ты пришел в тот зал? Чтобы защищать слабых. Как сказал мальчик, помните, ребенок, понимаете, какую огромную работу делает спорт в Дагестане, кроме всего прочего. Это мужество, это благородство, это достоинство, чем гордиться и за что уважать национальный дагестанский народ, России и весь мир, кто имел возможность познакомиться. Я бы хотел сказать, что эта семья обладает еще и огромной энергией. Мы вместе с Хабибом меня подвинули, и я стал тоже их сторонником этой идеи создать самый высоковольный центр в этом. И мы сегодня уже эту идею продвинули. И что интересно, если можно продвинуть, можно поближе. Так получилось, что мы втроем встретились еще одним любителем спорта и борьбы. Его зовут Владимир Владимирович Тукин. Когда он был в Дагестане, салам алейкум всем. Хотел бы поздравить всех гостей, которые пришли, большое вам спасибо. Ну, насчет того, что такой
танцевали. Долго у нас очень там долго. Самое главное, мы обсуждали, что вместе с спортом нужно развивать и образование, что должно быть не только мышцы, но и мозги. И в тот же случай я хотел бы просто сказать, что эта школа, она не просто будет школа, чтобы люди пришли, занимались, ушли. У нас территория позволяет, мы будем расширяться и делать учебные заведения. Пока это мы с Владимиром Абдуловичем не обсуждали, я думаю, в дальнейшем это обсудим. Хотим, чтобы здесь при школе ребята могли приехать, заселиться, жить, тренироваться, кушать. И чтобы на месте же они и отдыхали, спали, чтобы создать такие условия, чтобы наши дети получали не только мышцы, но и мозги. Это очень важно. Так что это мы обсуждали с главой страны, с Владимиром Абдуловичем, и это обсуждали с Абдуловичем. Так что я думаю, что это только начало только открытие этого зала, который в дальнейшем будет развиваться и расширяться. И хотел бы поблагодарить всех, которые поддерживали этот проект и в дальнейшем поддерживают. Постараемся сделать так, чтобы наши дети в будущем были и образованы, и готовы физически, так и интеллектуально. Большое вам всем спасибо. Дорогие друзья, слово предоставляется главе городского округа с внутригородским делением город Махачкала Салману Кадьяновичу Гадаеву. Уважаемые друзья, я вас приветствую. И хотел бы сказать в первую очередь, сколько слов поздравления, а сколько слов благодарности за ту работу, которую он делает, которую он продолжает делать. Он подготовил много министров спортсменов. Сегодня мы имеем благодаря настойчивому труду Абдулмана Мэрича такого чемпиона, как Хабиб, который является сегодня флагманом национальной спортивной гордости. И не останавливаясь на этом, Абдулман Мавевич хочет поделиться этим мастерством со всеми нами, каждым желающим. И благодаря этому залу и сети других залов, которые у нас будут появляться, иншаллах, ребята смогут развить свои спортивные навыки, как я сказал, не только спортивные, но и интеллектуальные. Это большое дело, вклад в развитие спортивной работы республики и города Махачкалы. Спасибо вам большое, еще раз всех благ и добрый путь. Дорогие друзья, вас приветствует общественный помощник главы Республики Дагестан, заслуженный тренер Российской Федерации, мастер спорта по вольной борьбе Абдулманап Магомедович Нурмагомедов. Добрый день, Иван Алексеевич. Хочу выразить огромную благодарность всем людям, которые поддерживали нас в очень спокойном действии. Активно. Движение, клубное движение. Хочу также вспомнить знак благодарности и непокорного Катерина Хача, который проверил больше 10 лет у нас в Афгане. Вместе с профессором Хайбулаевым, который 7 лет приучил в Курецком колледже и давал возможность заниматься, жить, работать, учиться, как ребята. Также я хочу поблагодарить, я долгие годы работал, уже время на Хайбу, он здесь. Мы растем, стараемся помочь. И также в нашей республике есть 4 приоритета программы развития, один из них – человеческий капитал. Я думаю, именно в этом мы должны быть успехом. Наша главная задача здесь из 500 детей, чтобы было 500 патриотов наших стране, чтобы было образованных, грамотных людей, которые могли бы не использовать в любом качестве защиты своей страны. Спасибо за то, что вы поддерживаете, вы приходите. И хотел бы привести несколько примеров. Беседа Мирогаева долгое время вкладывающий частный вид спорта Республики Дагестан, начиная с Дербента. Мурада Базарганова, Курахмаева Магомедова, Джафара Джафарова. Эти люди, которые из своих встреч строят банкетный зал, строят аплодисменты, строят мойки и так далее. Они строят залы и воспитывают детей. Их у нас много, и я хочу, чтобы они были, развивались. И при этом я хочу, чтобы республика, которая поддерживает доверие,
Надя Гуд еще два зала. Четыре олимпийских вида. Это бокс, это борьба, это тэквондо и великолепная борьба. Я думаю, дальше мы будем развиваться сильнее, больше. Спасибо за то, что вы с нами. Владимир Владимирович, вам слово. Я прошу прощения за то, что нарушил протокол, но мне кажется, не сломал встречу. Очень хороший участник. И я бы хотел добавить к тому, что уже звучало, что после той встречи с президентом я докладывал о работе ему и отдельно доложил по этому проекту. Мы показали все, что вместе с вами посмотрели, место, интересно все посмотрел, дал поручение, поручение уже взято на контроль, все, процесс пошел. Будет скоро дворец на 350 мест, да, зрительских. Ну и все, что вы говорили сейчас, будет реализовано. Причем, как я понимаю, это будет самый высокогорный, да, дворец спорта, в котором будут готовиться спортсмены. Ну что, пожелаем успеха. И я попрошу нашего мэра вот здесь, после недавно обсуждали эту тему, есть проекты фитнес-клубов в республике. Нам нужны фитнес-клубы? Давайте помним и делать быстро. Хорошо? Деньги есть, просто выходить вот в такие ненужные помещения, превращать их в фитнес-клубы, дворцы, чтобы молодежь могла достойно проводить время. Договорились? Спасибо. Дорогие друзья, наступает торжественный момент. Почетное право разрезать красную ленту предоставляется главе Республики Дагестан Владимиру Абдулмановичу Васильеву и Абдулманапу Магомедовичу Нурмагомедову.
микрофон этот, вот для этого зала.
السلام عليكم ورحمة الله.